Ты бы не вставала. Хватит. Севаль, тебя знобило, и кашель может усилиться. Я все расскажу перед... Теперь уже нет смысла ничего скрывать. Он и так все знает. Керем ушел? Он в саду, Севаль Ханым. Позови, пожалуйста. Керем, твоя мама в гостиной, она зовет тебя. Она мне никто. Севаль Ханым. Пусть так. Пойдем в дом, дорогой. Пойдем. Прошу тебя. Я все расскажу, Керем. Подойди. Иди. Моя родная сестра покончила с собой в 17 лет. Мина. Ты ее сын. Что? Мине, на последнем курсе лицея познакомилась с одним музыкантом. Влюбилась в него без памяти и по молодости забеременела. Оказалось, что он женат. Узнав, что Мине ждет ребенка, он больше здесь не показывался. Мы поняли только тогда, когда Мине была уже на 5-м месяце беременности. Мине было очень плохо, и мы не знали, что делать. Каждый искал мужчину, который бросил нашу девочку. Но его так и не нашли. Вскоре родился ты. Как-то вечером позвонила твоя бабушка. После родов прошла всего неделя. Мине выбросилась 7-го этажа соседнего дома и погибла. Севаль, дорогая. Ей было 17 лет, совсем девочка была. Она так рано ушла из жизни, оставив нам своего сына, то есть тебя. Севаль, не плачь, ты все потом расскажешь. Тебе же плохо. Не надо. Я хочу рассказать сейчас. Эйюб очень любил Мине. Будто эта девочка была не моей, а его родной сестрой. После того, как случилась эта трагедия, он сказал, что ж, Керем теперь будет нашим сыном. Мы только поженились и забрали тебя. Эйюб оформил свидетельство о рождении на свое имя. Он стал твоим отцом. А я твоей мамой. Вот так мы и обрели сына. И Юб, и я всегда считали тебя родным, Керем. Нашим старшим сыном. И я всегда любила тебя так же сильно, как если бы сама родила тебя.